верными единому духу студенческого братства. Клянемся! Торжественную клятву новоиспеченные студенты САРФТИ произносят с особым волнением. Совсем недавно они сменили школьные годы и детство на яркую молодость в стенах вуза. В этом году более 300 человек стали частью саровского физтеха. Ряды студентов пополнили ребята из Москвы, Йошкар-Олы, Тулы, Карелии, Магнитогорска и других уголков России. Руководитель Саровского физико-технического института НИЯУ МИФИ Анна Сироткина дала старт новому учебному году, поприветствовала поступивших и рассказала о важных достижениях вуза. САРФТИ НИЯУ МИФИ сегодня действительно является лучшим филиалом среди 14 российских и 2 международных филиалов, которые располагает НИЯУ МИФИ. Это филиалы в Казахстане и в Узбекистане. Ну а самое главное, что вы будущие хранители нашей безопасности, нашего ядерного щита. И это почетнейшая миссия, которой я лично очень горжусь. Я тоже отработала в ядерном центре где-то 17 лет. И очень надеюсь, что многие из вас станут сотрудниками Российского федерального ядерного центра. Обучают ребят высококвалифицированные кадры, как отметил начальник отдела подбора и комплектования персонала РФИАЦ в НИЭФ Евгений Михеев, у учащихся САРФТИ есть уникальная возможность уже с третьего курса попасть на одно из самых закрытых предприятий в стране, быть причастными к важному делу. В День знаний с поздравлением к студентам также обратились первые лица города. Каждый из вас абсолютно точно сможет получить в этом вузе все, что он хочет и может, самое главное. Все зависит только от вас. Возможности практически не ограничены. И это очень важный момент. Подумайте над этим и попытайтесь взять от того, что вам сегодня дается в САРФТИ, все, что возможно, все, что вы сможете впитать. И не бойтесь ставить перед собой самые смелые, самые амбициозные цели. У вас все обязательно получится. Но руководство института, руководство Российского федерального ядерного центра и администрации города, мы вам только в помощь. И помните, именно вы будущее нашего города, вы будущее нашей страны. В добрый путь, с праздником! Памятными подарками отметили молодых людей, которые набрали для поступления наивысшие баллы. Кроме учебного процесса, студенты САРФТИ могут реализовать себя в различных сферах. На базе института есть КВН, стройотряд «Оборона», педотряд «Адастра», движение волонтеров «Бумеранг добра», медиацентр «Импульс» и многие другие. Новоиспеченные студенты уже заряжены на развитие и победы. Сегодня нас позвали кураторы в институт. Мы все вместе познакомились, пообщались. Они нам рассказали про студенческую жизнь, про пары, про предметы, про преподавателей. Много чего интересного было. С завтрашнего дня начнем заниматься. Я думаю, предметы все будут интересные, все будет очень весело. Я с нетерпением жду начала уже занятий. Меня заинтересовал КВН. Также меня, я думаю, вступить еще в Адастра отряд. И на этом, наверное, я думаю, все. А почему выбрал именно САРФТИ для обучения дальнейшего? Ну, во-первых, это в моем родном городе. Не хотелось бы куда-то уезжать. И САРФТИ – это очень перспективный вуз, как по мне, потому что он открывает очень много дверей для трудоустройства и дальнейшей успешной жизни. Первые лекции, новые знакомства, экзамены и практика уже ждут вчерашних абитуриентов в стенах САРФТИ. Ни у кого нет сомнений, что новые студенты однозначно удивят талантами и прославят город и вуз своими знаниями и достижениями. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.